Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях борец вольного стиля, двукратный чемпион Европы, чемпион мира, старший тренер сборной России по вольной борьбе среди юниоров Абдусалам Гадисов. Здравствуйте, Абдусалам! Здравствуйте! Вы приняли решение завершить карьеру спортсмена и сразу получили приглашение войти в тренерский штаб. Как вам быть в роли старшего тренера? Это тяжело, потому что когда ты, будучи спортсменом, ты отвечаешь только за свой результат, за себя. А когда ты являешься тренером, тем более тренером молодежной сборной, то ответственность за результат, за выступление каждого спортсмена лежит уже на тебе, и немножко эта ответственность чувствуется. Но потихоньку привыкаю. Самое главное, что это дело мне нравится, это моя специфика. Я в этом виде спорта вырос, состоялся как личность, как спортсмен. И хочу, чтобы ребята, которым я помогаю, которых я тренирую, которых везу на первенство Европы и мира, чтобы они состоялись как спортсмены и как люди. Когда пришли к этой должности, с какими трудностями пришлось столкнуться? Или было легко? Ну, сначала я был в сборной команде взрослой и отвечал за весовую категорию 97 килограмм. Там было очень легко, потому что наш олимпийский чемпион Абдурашид Садулаев, он, можно сказать, делал все сам, без подсказок. И это такой великий спортсмен. А когда стал старшим тренером молодежной сборной команды, то немножко тяжело. Почему? Потому что нужно строить тренировочный план, тренировочный процесс, с каждым спортсменом находить общий язык, потому что здесь ты уже и психолог, и наставник, и тренер, и старший их, потому что это уже как одна большая семья, и где ты принимаешь решения, и опять же ответственность она тебе. Трудности делают нас только сильнее, поэтому трудностей мы не боимся. Были вот такие немножко непривычные для меня моменты, с которыми я думаю, справился и буду дальше справляться. Первый мой год, будучи тренером сборной команды молодежной, конечно, мы все максималисты, спортсмены, я в том числе, ставили перед собой большие задачи, но немножко до той планки, которую я себе ставил, мы не дотянули. Нужно объективно говорить о результате. И, к сожалению, только две золотые медали завоевала команда, сборная команды России на первенстве мира. Но это не тот результат, которого я хочу, к которому я стремлюсь. Потому что я знаю, на что способны эти ребята. Я вижу их труд. Конечно, это минимум 5 золотых медалей должно быть из 10 весов. 50% должны ребята забирать. Ну, будем к этой цели идти, стараться, стремиться. И самое главное – желание, самоотдача. И с Божьей помощью все получится. Как вас встретил тренерский коллектив? Хорошо встретил. Всех тренеров я знаю. Когда-то они меня тренировали, подсказывали, и из-за этого у нас такие хорошие дружеские отношения. С кем-то из тренеров мы боролись вместе и тренировались вместе, поэтому ничего необычного не было. И с первого дня, я думаю, у нас было взаимопонимание. Как для вас сложился спортивный сезон 2019 года? Вот какие были соревнования? Вот было первенство Европы и первенство мира. На первенство Европы команда неплохо выступила в целом. Все ребята, 10 спортсменов, они заняли призовые места. И было 4 чемпиона. Вот на первенстве мира тоже в целом неплохо выступила команда. Из 10 у нас было 8 медалистов. Но, к сожалению, вот золотых медалей было только 2. Почему? Потому что сейчас уже делаю выводы и анализируя какие-то, может быть, ошибки, подготовки. Наверное, не хватило опыта ребятам, спортсменам. Чуть-чуть они нервничали и очень скованно боролись. Но это будем исправлять. Больше стартов будет у нас международных. Будем ездить, будем бороться. Как сейчас проходит подготовка спортсменов? Сейчас немножко такая небольшая пауза для, кто ехал на Европу, на мир, для первых номеров.
я так слежу, тем не менее они эту паузу не берут, они борются, пробуют себя на взрослых турнирах, и это правильно. Почему? Потому что основная задача молодежной команды – это выйти на взрослый ковер и там проявлять себя. Даже не первенство мира и Европы выиграть, а задача составить конкуренцию взрослой команде. Какой план поставлен перед юниорской сборной на следующий год? Я бы очень хотел, чтобы наши спортсмены, ребята, которые займут призовые места на первенстве России, чтобы они заняли призовые места и влились во взрослую команду. Вот это мое желание, я бы хотел, я вижу в них большой потенциал. Потому что есть с чем сравнить. Я видел тренировки взрослой команды и вижу тренировки молодежной команды. Хочу сказать, что ребята, которые тренируются в молодежной команде, они очень много работают, где-то даже больше самоотдачи у них, чем у взрослой команды. С таким желанием, с таким рвением, с такой самоотдачей, опять же, они должны показывать результат на чемпионате России взрослые. Мое пожелание, чтобы они как можно больше медалей завоевали на первенстве Европы и первенстве мира. А следите за юношами? Юношами слежу, конечно, потому что это будущие наши юниоры. За ними надо следить. Их жду с нетерпением. Поэтому, я думаю, много у нас есть 4 чемпиона мира по юношам и жду их в молодежной команде. Думаю, они должны себя там проявить. Сегодня подготовка спортсменов проходит так же, когда вы тренировались? Практически так же, но вот у каждого есть свое видение, у каждого спортсмена, у каждого тренера. И я стараюсь свое видение привносить в этот тренировочный процесс, что-то менять, что-то прибавлять, что-то убавлять, потому что борьба развивается, правила меняются, и нужно под эти правила подстраиваться. И те наши недочеты, за счет чего мы проигрываем иностранным спортсменам, их нужно нам как-то ликвидировать. И наоборот, наши слабые стороны делать сильными. Поэтому чуть-чуть привношу какие-то новшества, изменения. Но, опять же, что-то новое – это хорошо забытое старое. Все меняется. Борьба на месте не стоит. Есть у вас что-то рассказать интересного вот, методики подготовки? У нас очень хорошо подготовлены спортсмены в техническом плане. Мы впереди намного других сборных, но вот уступаем функционально и физической подготовке уступаем. Пробел нам нужно восполнить. И опять же ездить на турнир в Иран, на турнир в Америку, бороться как можно больше со спортсменами, которые составляют нам конкуренцию на международной арене. Чем больше ты борешься с неудобными для тебя соперниками, тем больше и тем лучше ты видишь свои недостатки. И опять же, в тренировочный процесс привносим, стараемся работу со сменой партнеров, чтобы там 3 человека там нападают на одного во время схватки, меняются, свежий приходит, который устал, уходит, и эта вся нагрузка идет на первого номера, чтобы он выдерживал функционально, физически выдерживал именно полностью схватку, и чтобы еще у него оставались силы. Основание опыта моего как спортсмена, опыта сейчас как тренера, то, что на самом деле со стороны виднее, поэтому стараюсь это менять и улучшить это качество именно функциональное у наших спортсменов. Как у вас проходит планирование подготовки? Пишем план, расписываем турниры, где лучше нам сборы провести. Если позволяет время, возможность, обычно у нас первый сбор проходит в горах, чтобы могли физическую подготовку пройти, функциональную. Смотрим, чтобы после гор сразу не было турниров, потому что после качки, после физических таких тренировок на турнир ехать тоже смысла нету. Ребята не покажут максимальный свой класс, результат. Поэтому это все учитывается, чтобы они были именно к первенству Европы и первенству мира в максимальных своих кондициях. То есть организационные моменты справляетесь?
Ну, с помощью тренеров, которые рядом, это и Вадим Лалиев, и Анвар Магомедгаджиев, и если не знаю, уже такая чуть сложная ситуация, спрашиваю Джамбулата или Чатыдеева, поэтому есть кто подскажет. Еще Хетага Газюмова хочу выделить, который очень и часто бывает со мной на сборах и помогает, тоже такой профессионал в своем деле. Есть рядом люди близкие, которые помогают, подсказывают. Как у вас появился интерес к спорту и как вы выбрали вольную борьбу в детстве? Изначально я сам занимался боевыми единоборствами ударными. Как-то родители отдали меня именно в борьбу, в секцию борьбы. Когда мы маленькие, за нас решение принимают наши родители, отдали туда, и я начал. Отличался, наверное, своей в детстве целеустремленностью и старался во всем быть первым. Не жалеете, что посвятили жизнь спорту? Я думаю, нет. У каждого есть какие-то предпочтения. Кто-то любит спортивный образ жизни, кто-то любит, поддается в науку. Ну, альтернатива была у меня. Мне, например, помимо спортивной деятельности, мне нравилась очень сильно медицина. И, быть может, если бы у меня был выбор, как раз когда я заканчивал школу, поступить на медицинский. И мне нравилась вообще хирургия. Хирург, да? Может быть, я был хирургом, да. Поэтому был выбор либо на медицинский поступать, либо заниматься спортом. Но это два таких вида деятельности, которые очень любят к себе внимание. Поэтому если ты поступаешь на медицинский, тебе нужно все свое время посвятить этому занятию, благородному, я считаю. Поэтому я выбрал спорт, выбрал борьбу. Не жалею об этом. Очень много друзей, очень много стран объездил, большой кругозор. И сейчас тоже, считаю, занимаюсь благородным делом. Это воспитываю ребят, воспитываю спортсменов. Были ли какие-то интересные моменты, вот, когда вы начали заниматься вольной борьбой? Помните первый день, когда вы пришли в зал? Или вот что-то интересное? Расскажите из детства. Не расскажу. Пожалуйста. Помню, что в детстве меня привел отец в зал борьбы, и очень сильно он переживал. И вот это переживание, наверное, мне передалось. Почему? Потому что для меня была очень сильная мотивация обрадовать в первую очередь своих родителей, потому что они переживали, но мать больше переживала за учебу. Она всегда мне говорила, я помню, что вот ты, говорит, сейчас не там, или двойку я получу, или там урок мог прогулять себе позволить. И если она узнавала, она очень сильно меня ругала и корила тем, что вот, если не выучишься, не закончишь школу, то ты будешь никем в жизни. И это очень сильно, на самом деле, очень сильно меня пугало. Ну, слава богу, я закончил школу хорошистом, а это хорошая школа считается и по сей день, первая школа там у нас в городе. Поэтому я рад, что так смог обрадовать свою мать. А отца уже по спортивной части смог обрадовать, наверное, какими-то своими спортивными достижениями. Сейчас в роли тренера вы можете оценить, как сложилась ваша спортивная карьера, вот как спортсмена? Ну, задачу минимум, наверное, я выполнил, которую я требовал и ставил перед собой. Это чемпионат мира, что я должен его выиграть. Задача максимум была Олимпийские игры. Ну, Олимпиада – это такое событие, которое, к сожалению, не всем дано выиграть, не всем суждено стать чемпионом. Есть много разных факторов, стечения обстоятельств, которые в этот день должны сойтись, и чтобы ты стал на пьедестале, на первое место, чтобы ты там стоял. Ну, к сожалению, у меня не получилось, хотя я себя упрекнуть в чем-то не могу, в какой-то, может быть, не самоотдаче, не желание, не нервение к этому. Я делал максимально все, что было в моих силах, и даже больше. Поэтому, наверное, какого-то везения не хватило,
чтобы стать олимпийским чемпионом. Какие впечатления были от Олимпийских игр? По духу, ответственность, волнение? Как такового волнения, наверное, не было. Обычные соревнования, те же соперники, те же спортсмены. Единственное, давило ответственность, то, что это Олимпиада, и она бывает раз в 4 года. Не каждые 4 года ты можешь туда попасть. Это шанс, который выдается, может быть, скорее всего, раз в жизни. Поэтому надо за него цепляться, и вот это немножко, может быть, давило. Переживание, волнение где-то. Это около полугода в себя приходит, это большой стресс для спортсмена, который всю жизнь посвятил своей мечте, чтобы завоевать олимпийское золото. Но так бывает. Спортсмены через многое проходят, и это не самое тяжелое. Самое тяжелое, наверное, это травмы, которые очень сильно мешают спортсменам. У вас были какие-то серьезные травмы? Вот у меня таких серьезных травм не было. Операции 6-7 делал я на мениск. Это такая рядовая операция. Есть ли у вас какие-то приметы в спорте? Были ли? Приметы нет, наверное. Приметы не верю, но я стараюсь быть верующим человеком. И, конечно, прошу у Всевышнего помощи, чтобы он дал мне сил на этих соревнованиях, чтобы я выиграл. Но с такими мыслями, наверное, я выхожу. И я думаю, все, наверное, спортсмены с такими мыслями выходят, потому что когда ты сделал все возможное, то, что от тебя зависит в процессе подготовки, дальше уже все в руках, как говорится, Всевышнего. И надеешься, что именно в такой тяжелый момент, когда 50 на 50 уже там, где ты хочешь сдаться или не сдаться, вот такие периоды бывают, что Всевышний поможет тебе, и ты проявишь волю, характер и выиграешь схватку. А какой был у вас распорядок дня, когда вы тренировались? Что бы вы могли посоветовать спортсменам в режиме дня? Есть спортсмены, которым легко дается, они могут не соблюдать режим и все равно быть очень энергичными в процессе тренировки и хорошо себя чувствовать. У меня так не получалось. Мне приходилось держать очень жесткий режим. Это засыпать где-то к 10 часам вечера, просыпаться в 7 часов, соблюдать полностью питание. Очень слабый был иммунитет. Из-за больших нагрузок я мог легко заболеть, следил за собой, не пил холодную воду. Но это все, это того требует профессиональный спорт, и за этим нужно следить, пока ты хочешь добиться больших результатов. Утреннюю зарядку делали? Утреннюю зарядку делал, можно сказать, стабильно, потому что она настроение поднимала и заряжала тебя на весь день, и чувствовал себя более бодрым, можно сказать. На ваш взгляд, насколько важна зарядка для спортсмена? Ну, главное, без фанатизма, вот, разбудить организм, где-то полчаса побегать, может быть, на резине поработать, на турнике чуть-чуть поотрабатывать со спарринг-партнером. Есть, я знаю, и тренера, и спортсмены, которые в 7 часов делают такие нагрузки, пока организм еще толком не проснулся, это тоже, я считаю, неправильно. Мы заметили, что все борцы талантливы во всем. Да, вы вот не исключение. Очень талантливы. Как вы попали в музыкальную школу? Что вас туда привело? Мать у меня очень творческий человек. Она и пишет стихи, и около 40 лет она работает в детском садике. И рядом с нами, вот где я живу, есть музыкальное училище. За стеной находится их актовый зал, и иногда доносится оттуда вот такая музыка классическая. Может быть, это смотивировало ее отдать меня на фортепиано. Ну, я ходил годика два, наверное, занимался, ходил, но пианистом я так и не стал. Параллельно с борьбой? Параллельно со спортом. Параллельно со спортом. Я тогда ходил на борьбу, да, уже целенаправленно, профессионально
ходил на борьбу. Но я считаю, что каждый спортсмен должен развиваться, раскрывать себе какие-то такие таланты. На самом деле не обязательно ты должен быть вот именно в зале. Очень тяжело, когда ты не отвлекаешься, живешь только спортом. Это очень тяжело, и порой такие хобби, они способствуют, наоборот, твоему прогрессу, твоему становлению как спортсмена еще лучше. На фортепиано сейчас сможете сыграть? Помните? Ну, пару помню композиции, но забывается, когда ты не тренируешь свои навыки, они забываются. Поэтому сейчас очень тяжело. Вам нравилось заниматься? Конечно, мне нравилось. Очень было интересно. Я помню, даже выступал на нескольких концертах. И необычное что-то было. Есть что вспомнить. Да. Что бы вы хотели пожелать спортсменам? Спортсменам пожелать в первую очередь самое главное качество. Это терпение. Кто терпит, трудится и ждет, тот всегда добивается успеха. Это золотое правило, поэтому нельзя ни в коем случае отчаиваться после первых поражений. Надо продолжать дальше, идти к своей цели. И хочу пожелать им здоровья. От здоровья очень многое тоже зависит, чтобы у них не было травм. И, конечно же, самое главное – удачи. Спасибо большое, Абдусалам. Мы желаем вам также добиться той золотой медали, олимпийской медали, но чтобы ваши спортсмены представляли нашу страну под вашим руководством. Спасибо большое. Спасибо большое.